Wow, wow, wow.
баскетбольный клуб «Спартак Воля» Приморский край. Номер первый – Голодюшкина. Номер восьмой – Вадим Белов. Номер десятый – Александр Данкевич. Номер одиннадцатый – Александр Анисимов. Номер четырнадцатый – капитан команды Павел Ляпов. Номер двадцать пятый – Василий Бабаев. Номер двадцать восьмой – Андрей Владимирович. Номер тридцать первый – Максим Кирошей. Номер 34-й Максим Захаров. Номер 34-й, 38-й Андрей Черныш. Тренер команды Иваш Мишевич. Помощник Артур Дивеевич. Хозяева площадки. Баскетбольный клуб!
Здравствуйте, любители баскетбола. У нас начинается трансляция из Новосибирска. Команда Новосибирск на своей площадке принимает команду «Спартак Приморье» из Приморского края. Матч, напомню, российской баскетбольной суперлиги. Быстренько представим стартовые составы. Вначале начнем с гостей. Номер первый Федор Ключников. Номер 10 Александр Ганькевич. Номер 25 Василий Бабайлов. Номер 28 Андрей Матиюнас. И номер 31 Максим Кривошеев. Главный тренер команды Милош Павичевич. Что касается стартового состава, стартовой пятерки Новосибирска, это Сергей Токарев номер 9, Дмитрий Макеев номер 10, 22 номер Александр Лавников, 23 Глеб Голдрев и 47 Алексей Курцевич. Главный тренер команды Владимир Певнев. Вышли вперед у нас гости. Благодаря точному трехочковому броску. И тем же самым отвечают новосибирцы. Так, скажу еще, кто обслуживает сегодняшнюю встречу. Это бригада арбитров. Алексей Чудин из Москвы. Старший судья и помогает ему Павел Терехов. Также из Москвы. И Владимир Алексеев из Санкт-Петербурга. Комиссар сегодняшней встречи Василий Власов. Город Екатеринбург. Ну, сразу отметим хорошую новость. Видимо, сегодня на площадке Александра Лавникова. Получил он матч-штраф в прошлой встрече. И, по идее, должен был быть дисквалифицирован. Но после просмотра оставили только штраф 22 номера у команды Новосибирск. И дисквалификацию отменили. Накрыли дальний бросок. Здорово поборолись за подбор. Лавников это как раз вот был. Ну, нельзя не вернуться сегодня к встрече прошлой с Сахалином. Такую ударный матч команды провели. Особенно здорово Сахалин провел четвертую четверть. 35 очков набрали они. И так вернули, так скажем, интригу в игру, когда по истечению трех четвертей казалось, что без проблем новосибирцы разберутся с соперником. Плюс 23 очка вели по ходу, и все-таки Сахалин дал бой, продемонстрировал, что не зря команда претендует на то, чтобы вновь выиграть чемпионат. Ну и по итогу прошлого тура Новосибирск остался единственной командой, у кого 0 в графе поражения, 5 матчей, 5 побед. Много на старте команда атакует за другие. Вот. Второе точное попадание приморцев. И тот самый Александр Лавников, судьбу которого мы уже обсудили. Набирает он пятое очко. Ну, гости пока только трехочковые забивают. Три точных попадания. Игорь Новиков, номер 11. Вышел у Новосибирска Новиков на площадку.
Токареву он поменял. Ну, Токарев неплохую игру провел против Сахалина. Неплохо начал Спартак встречу, пока лидирует. Уже 13-7 становится преимущество гостей. Предупреждение получил Бабайлов. Сергей Токарев, командир Макеева. И Токарев возвращается на площадку. Он сменил Макеева. Какая отличная передача. Очень жаль, что не завершилась эта комбинация результативным очком. Спартак так продолжает уверенно двигаться вперед. Неплохой достаточно процент у гостей в начале встречи. Еще два очка в свою копилку отправить спартаковцы. Максим Кривошеев это сделал. Надо сказать, что это один из лидеров Спартака. И седьмое место он занимает в списке бомбардиров. Входит в пятерку по подборам, также он. Ну и по коэффициенту полезности тоже четвертую строчку занимает. То есть такое очень важное звено в спартаковской команде. Но Сибирь пока не может найти свою игру. Неудобная передача от Токарева. Хорошая скидка на трехочковый. Токарев сам же подобрал. И остановили его с нарушением. Смотрел я цифры, 75% трехочковых забили спартаковцы, то есть 3 из 4, и броски с игры двухочковые тоже 67%, такой неплохие цифры. Все-таки дают фол спартаковцам. Давай,
на подборе сильнее оказались гости. Такой совсем уже неприятный счет 7-19. Певнев решил взять тренерский тайм-аут. Ну что ж, возобновляется игра. Поприветствовали нашего прославленного биатлониста Александра Тихонова. Пришел он посмотреть сегодня игру баскетбольного Новосибирска с командой «Спартак» Приморье из Приморского края. Блокшот сейчас мы видели от Курцевича. Надо сказать, что в прошлом матче Алексей особо отличился. 5 раз накрывал он броски оппонентов. Ну и вышел. Он вышел в лидеры по количеству, в принципе, блокшотов. Но 7-2 место по блокшотам в среднем за игру. В среднем дважды он накрывает соперника. Лучше не вот только статистика Руслана Потеева из «Химок». 2,3 блокшота у него в среднем за игру. 7 раз он открыл за 3 матча оппонента. Ну да, не должен был «Спартак» бесконечно бить без промаха. Когда-то это должно было прекратиться. И потихонечку вот после тайм-аута Новосибирск устремился в погоню за «Спартаковцами». Валишвили здорово поборолся за отскок, вырвал этот мяч буквально у оппонента. Отличная скидка на Курцевича. 2 очка. Минута 10 у нас остается до окончания первого периода. Пока, напоминаю, впереди гости 27-14. Ну, немножко сбавили обороты приморские баскетболисты. Уж слишком впечатляющая у них была статистика в первые там 5 минут игры. Какой точный трехочковый. И последняя минута у нас пошла.
Квили решил ответить. Ну, было видно, что мяч чуть-чуть в сторону уходит. То есть броски с этой точки очень хорошо просматриваются в трансляции. Траектория полета мяча. И было видно, что уходил он в сторону. Еще 3 очка приносит в копилку своей команды Ключников. Ну, оно так и предполагалось. Ключников и Кривошеев, они лидеры сегодняшнего «Спартака». И Курцевич забивает с фолом. Секунд, как мы видим, остается. Появился Новиков на площадке у Новосибирска. Кирилл Песклов что-то показывал Владимиру Певневу, видимо, объяснял какой-то один из предыдущих эпизодов. Не попал Курцевич, и плюс 11 преимущество сохраняется у гостей. Помогал, свалил, но не пробивается. Сбоку будут вводить 4-й, даже все командное замечание у Новосибирска в первой четверти. И завершился у нас первый период. 27-16 впереди команды «Спартак». Ну что ж, возвращаются команды на площадку. Точнее сказать, что «Спартак» уже вышел. Новосибирцы слушают последнее наставление от Владимира Певнева. Очень богатая история противостояния у новосибирской команды и команды из Приморского края. В свое время даже посоперничали тогда еще в российской суперлиге до появление, так скажем, высшего турнира, который есть в российском баскетболе, сейчас это единая лига ВТБ, естественно. Ну вот особенно памятным выдался матч в 2006 году, который состоялся. Тогда раздосадованные поражением болельщики приморской команды. Не болельщики, а баскетболисты, конечно же. Просто все подряд крушили по пути в раздевалку, и потолочные плитки досталось, и двери сломали в раздевалку. Тогда еще Сергей Бобков возглавлял как раз на тот момент «Спартак» из Владивостока. Ну, сегодня, как мы все прекрасно знаем, Сергей Бобков является президентом клуба «Новосибирск». Ну,
Да, является президентом клуба он, и ну, была такая, так скажем, эпизод в истории противостояния, но тогда баскетбольный клуб из Владивостока оплатил полностью ремонт спорткомплексу «Север», и конфликт был исчерпан. Призывает диджей поддержать новосибирскую команду. Ну вот, в НБА есть такая традиция. Болельщики хозяев дефенс кричат, призывая к оборонительным действиям своих любимцев. Мы видим, как убежал отлично в отрыв Сергей Токарев. И чуть-чуть сократилось отставание от Спартака. 18-29 пока. По-прежнему гости впереди. Ну, что касается так из свежего противостояния, можно отметить, что в 2013-2014 году в сезоне играли в серию за третье место новосибирский «Спартак». И тогда она осталась за дальневосточниками. А вот зато в сезоне следующем новосибирцы переиграли в матче за золото и стали победителями Суперлиги. Не попадает Лавников. Забивает в проходе Федор Ключников. Федор Ключников тоже хорошо знаком новосибирским болельщикам. Он, как Максим Кривошеев, какое-то время выступал за новосибирский клуб. Опять не точно новосибирцы, ну, надо уже начинать попадать, а то может стать поздно. Бабайлов появился, а у новосибирцев вышел Помогалов вместо Макеева. Не удалось забить штрафной приморцу, но тем не менее очень такое внушительное преимущество. 33-19. Торопятся новосибирцы, не стали долго разыгрывать. Ну и Ключников на данный момент самый результативный игрок матча. У него 11 очков. Отличился Алексей Курцевич этой атаки. 2 очка набрал. По-прежнему преимущество очень внушительно. Не дает Спартак себе подобраться. Не попал Помогалов, и борьбу по читам новосибирцы тоже проиграли. В результате пришлось свалить, чтобы сорвать.
Спартак Приморья, надо сказать, что в этом сезоне такая статистика. Две домашние победы и два гостевых поражения пока вот. Хоть и мало сыграно, но в гостях еще не познали в этом сезоне ни радости побед. И что дома демонстрирует такую очень неплохую результативность, что мы сегодня и видим на площадке. 109-59 обыграли команду Урарту и Иван. И 102-80 Химки из Подмосковья. То есть дважды уже сотню разменяли в этом сезоне. Сейчас здорово убегает в контратаку. И Ключников набирает 2 очка. Очередные 2 очка Ключника. Вот. Должна измениться цифра на 13. Показали нам табло. Кирилл Беслов, номер 5. Пошел на замену Федор после этого столкновения. Ну, думаю, что с ним все нормально, по крайней мере. Так, чисто внешне он не хромал. Просто отдышаться после эпизода, я думаю, дал его тренер. Команды к экватору второй четверти. 5:40 до конца остается. Лавников дальний бросок. Ну, сейчас отстояли свое право на владение мячом. Теперь Песклов. 3 очка набирает Кирилл. Есть возможность набрать 2 очка, чем и воспользовались новосибирцы, убежали в контратаку. И теперь уже тренер команды «Спартак Приморья» берет тайм-аут. Вводят гости за лицевой мяч. Мы видим, что вернулся Ключников на площадку. Вообще, счастье, обошлось повреждение. Сейчас неплохая передача была под кольцо. Да, Лавников заигрался. И в итоге
мяч переходит к Спартаку. И те же самые 11 очков, которые были после первой четверти, по-прежнему с таким преимуществом Спартак лидирует. Один в один. И не смог Токарев переиграть оппонента. Давайте посмотрим, ребят! И дают фол нападения арбитры. Четыре командных замечания у новосибирцев. И пока лишь одно у Спартака Приморья. Только одну попытку из двух ключников реализовал. Это не мешает ему. Быть самым результативным игроком в составе обеих команд. Ну и надо сказать, что ключников второе место занимает в общем рейтинге результативности в российской суперлиге. 21 очко и 0,3 в среднем он набирает за игру, то есть потихоньку приближается он к своим, своей средней цифре 14, я еще раз напомню, у него сейчас уже, я думаю, что если так дальше пойдет, он превысит свои обычные средние показатели. Сейчас завозился с мячом Новиков и без проблем отобрали у него. Остановили проход Курцевича. Анисимов заработал предупреждение, и Курцевич дважды будет пробивать с линии штрафных. Дважды был точен Алексей. Пошли в прессинг новосибирцы. Проиграли отскок, еще и сфалили при этом. Хозяева, совсем ни к чему. Уходит Курцевич, Лавников вместо него появляется. Трифалов, между тем, у Курцевича решил его, Пивнев, немножко придержать.
не попал, но мяч опять не подобрали новосибирцы. И в итоге завершилась эта атака все-таки результативно. Андрей Матьюнас получил замечание, четвертое. Команда замечания этого Спартака уже, и 2.25 он остается играть до большого перерыва. Ну, таким бросками, склонением в свое время был как раз знаменит Сергей Бобков, нынешний президент Новосибирска. Очень высокий прыжок с отклонением, справиться с которым, ну, мало кого удавалось. Но вот Лавников попытался, так скажем, исполнить, но не попал. А сейчас Лавников здорово сыграл в атаке, поборолся, мяч отвоевал, бросил еще и с фолом, забил. И сейчас еще и штрафной один пробьет, ну. Надо приближаться, надо догонять. Дома, по крайней мере, надо, ну, максимально выигрывать. И Новосибирск как бы и планирует бороться за медали, за золото российской суперлиги. То есть дома надо, конечно, брать максимум. Ну, не попал Лавников. И вынудили ошибиться Павла Агапова, капитана Спартака. И приморцы берут тайм-аут. Взяли мы небольшую паузу перед тем, как отвоевали новосибирцы мяч за счет прессинга у Спартака и владеют хозяевом мячом. Токарев набрал 2 очка и чуть-чуть начинают управляться дела у новосибирцев. Как здорово Лавников сейчас поборолся за отскок, и уже в обратную сторону пошла атака.
Квалишвили получил замечание. И минута остается у нас до большого перерыва. Минута и 3 секунды. Алексей Куцевич, номер 47. Вернулся Куцевич на площадку Новосибирска. Первый бросок Агапова был точен, а вот вторая попытка все-таки завершилась. Удачно для спартаковцев. Три очка Токарева. Недовольны зрители. Да, тоже не совсем понятное решение, но тем не менее фол засчитали Новосибирску, и Андрей Черныш исполняет штрафные. Меняется местами Плавников с Курцевичем. Курцевич отправляется отдыхать. Ну, Плавников мобильнее, думаю, просто чтобы ускорить игру. Идет Певни, чтобы этим меняет он своего основного центрового. Здорово, Дулешвили разобрался один в один и принес 2 очка своей команде. Минус 7 у нас отставание Новосибирска. 7 секунд остается до окончания второй четверти. И не попал в проходе Ключников. 44-37 у нас завершилась первая половина встречи между командами Новосибирск и Спартак Приморья, Приморский край. Арбитры поставили до окончания второй половины. И тайм-аут взяли новосибирцы. Ну тут даже сильно удача поспособствовать новосибирской команде, чтобы за 5 десятых успеть набрать очки. Ну и безусловно будут стараться очень плотно играть игроки Спартака в эти оставшиеся, так скажем, мгновения до окончания второй четверти. Посмотрим, что же придумают хозяева.
И 2 очка набирают. Ну. Завершился. Вот теперь уже точно у нас первая половина встречи. 46-37 впереди Спартак. Я все-таки думаю, что маленького
Сейчас вот еще девочки, а то уже ребята вышли. Thank you.
вашими силами в бой! Благополучники, давайте настраиваться на игру! Покажем, что вы самые лучшие болельщики за Урал! Потому что нам нужна, нужна эта победа! На себе! Бьем! И снова здравствуйте, любители баскетбола. Напоминаю, вы смотрите трансляцию Российской баскетбольной суперлиги. Команда Новосибирск на своей площадке принимает команду «Спартак» Приморья из Приморского края. И пока гости впереди, 46-37. Все, поехали. Началась вторая половина, и Ключников сразу зарабатывает замечание. Первый фол это у Федора. Я напомню, он самый результативный пока игрок встречи. 14 очков на его счету. Ну а с мячом самый результативный Новосибирск только что был Сергей Токарев. У него также 14 очков. Второе замечание получает Максим Кривошеев. Да, быстренько Ключников нахватал фолов, две штуки за 27 секунд. Если он с таким усердием будет обороняться и дальше, вот, встречу он, наверное, закончит досрочно тогда. Минуту 10 команда отыграли, пока никто очков не набирал. И приморцы уже успели три замечания заработать. Токарев отталкивал оппонента, когда рвался к кольцу. И второе личное замечание. Заработал он. И пока набранных очков во второй половине мы так и не увидели. Уже минуту 45 сыграли. И Ключников стал автором первых очков во второй половине. Очень хорошо первый четверть, сказать, спартаковцы провели. 27-16 они выиграли. Новосибирцу удалось выровнять игру во втором периоде. 27-19. Этого недостаточно для того, чтобы полностью встречу выровнять.
Алексей Курцевич на 47-й! И Курцевич вместо Двальшвили уходит, а Владимир Белов будет пробивать с линии штрафной. Первую попытку он не реализовал, ну, посмотрим, что будет со второй. Мяч переходит к спартаковцам. Но пока вот совсем плохо все с результативностью у хозяев. В третьей четверти уже 2:40 отыграли. И пока новосибирцы ни одного очка не заработали во второй половине. Бабайлов заработал замечание. Четвертое это командное замечание уже у Спартака. Дальний бросок Токарева. И Курцевич приносит первые очки новосибирцам во второй половине. 39-48 становится счет. Ну, новосибирец хочет побеждать. Надо, конечно, добавить оборотов в атаке. Забивает треху и берет тренер Спартака тайм-аут. Продолжается у нас игра. Новосибирск принимает команду «Спартак Приморья» из Приморского края. Ну и пока гости впереди. 48-42. Ну, медленными шажочками новосибирцы подтягивают к сопернику. Не попадает издалека Ключников. Thank you.
И также не попадает Новосибирск в атаке. Преодолеваем мы экватор третьей четверти. Надо сказать, что после ударного первого периода 27 очков, когда набрали спартаковцы, пошла на убыль результативность. 19 баллов в прошлой четверти. И сейчас пока уже по течении 5 минут всего 2 очка набрали приморцы. Впрочем, Новосибирск недалеко ушел. Всего 5. Но это больше, чем 2. Видели мы блокшот. И Ключников получает замечание. Три фалана хватал он за третью четверть. Сверзов Песков будет выполнять штрафные броски. Первый точен. А вот вторую попытку Песков не реализовал. Курцевичу никто не мешал забрать этот мяч. И не забивают хозяева. Да, совершенно невероятная результативность у нас в третьем периоде. Андрей Черныш набирает 2 очка. 50-43 становится счет. Уже 6,5 минут сыграли и 6-4 пока. Цифры в протоколе. 3 секунды остается. И не увенчался этот проход успехом. Ганькевич набирает 2 очка и вот так, на неплохом расстоянии все-таки вновь находятся спартаковцы.
Курцевич будет пробивать штрафные. Замена автомата. В команде Приморье на площадке Василий Бабаков, номер 25. В команде Новосибирск на площадке Кирилл Песков, номер 5. Бабайлов вышел у Спартака, и Песков появился у Новосибирска. Ну, посмотрим, что продемонстрирует нам Курцевич. Первый раз промазал. Пробежка. Пробежку зафиксировали арбитры, но... Надо прибавлять хозяину. Не так много времени остается до окончания встречи. И совсем немного в третьем периоде. Фалили новосибирцы на Ключникове и... Третий фол это был для Песклова. Еще помогаем, ребята! Ключников издалека бросал и... Попал все-таки в итоге корзину. Такое очень дальнее попадание у Федора. Последние минуты третьего периода набирают очередное очко приморцы. Да-да, игра ногой была. Голдаев забивает трёху. Вот так. Как-то нехотя. Новосибирцы пытаются догнать Спартак. Вот это голище через руку. Андрей Черныш. Красивейший момент просто. Разбросались в концовочке команды, тем не менее все равно
13-11 выигрывают пока третью четверть приморцы. Ну, мы прекрасно знаем о правиле таком негласном. Или примете, точнее сказать, кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает матч. Ну, сейчас счет может и сравняться по 13 стать и... Да. Забивает оба броска Лавников. И все, завершилось у нас третья четверть. 13-13 с таким счетом. И пока впереди команда «Спартак» 59-50. Остается у нас 10 минут еще игры, как минимум. Кто знает, может быть, и на овертайм команды наиграют. Тем не менее, 59-50 пока впереди «Спартак». И Новосибирск, я думаю, предпримет попытку для того, чтобы нагнать соперника. Все-таки Новосибирск пока единственный клуб Суперлиги, который шел без поражений. 5 побед в 5 матчах. Я думаю, что хозяева... очень рассчитывают продолжить эту серию. Ох, как здорово теперь Курцевич-то ответил танком на красивый эпизод, который мы видели в исполнении Андрея Чернуша в концовке четверти третьей. Мы будем надеяться, что это, так скажем, хорошим запалом для... удачен четвертой четверти станет для новосибирцев. И Токарев трешку забивает. Для тех, кто не смотрел матч с Сахалином, три дня назад играли новосибирцы, там, конечно, фееричную погоню устроили гости и так заставили понервничать новосибирских болельщиков и баскетболистов. Ну, посмотрим, удастся ли погоня на этот раз самим новосибирцам. Лавников меняет Курцевича у новосибирцев. И не попадает игрок «Спартака» первый штрафной.
И второй тоже. И чуть не вырвали подбор спартаковцы, но все-таки мяч достался новосибирскому клубу. Сейчас Токарев бросает своей дистанции. Точно! Это уже 19 очко Сергея Токарева. И Лавников получает предупреждение. Второе это для него. Здорово сейчас Помогалов сыграл в перехвате. И вынудил свалить защищающего. И Ключников заработал четвертое замечание. Сказать, что Курцей еще досрочно, вот, видимо, табло завершил встречу, нахватал фолов у Спартака. Бабайлов тоже уже завершил свое выступление на сегодня. Ну а у нас помогало в первый бросок точен. Ну что ж, Константин, надо было и второй забивать, к сожалению, не получилось, но уже 3 очка остается до Спартака. В молоко сейчас был бросок, даже в душку мяч не попал. На Двалишвили свалили спартаковцы. Это... Анисимов получает замечание. Ну, интересная с концовочкой, я думаю, ожидает. Проявляет характер новосибирцы. Ганкевич появляется у спартаковцев. Поменял он Максима Кривошеева. И прилетело трёха Голдырева. Ну вот, господа, счет у нас сравнялся 61-61. И еще 7 минут увлекательного баскетбола. Здорово, просто здорово. Великолепная передача от Токарева на Двалишвили. И вновь сравнивается счет 63-63.
Ох, как так не забивать-то, Константин Помогалов? Ну, как же так? Ну, надо было, конечно, забивать, и уже почти все сделал. То есть Сергей Токарев близок к тому, чтобы оформить дабл. 9 голевых передач у него, но очков, естественно, у него уже точно за десяток. 19 очков, если быть точным. Время дабл уже оформил Лавников, который сделал 10 подборов и 12 очков имеет в своем активе. Ну, аналогичного достижения Максим Кривошеев достиг у Спартака. 10 подборов и 10 очков на его счету. 5.25 у нас остается до окончания четвертой четверти. Ну, до окончания встречи остается. Не потеряли мяч новосибирцы. Решили бросать с средней дистанции и... К сожалению, Голдарев не смог сохранить мяч в площадке. Очка набирают спартаковцы, но тяжело придется новосибирцам в концовке подоторвались немножко приморцы, но тем не менее Новосибирск не сдается, и вот еще 2 очка набирают хозяева и отстают на 6. Сейчас, конечно, очень нужна
активная защита, плотная защита, максимально осложнить жизнь, лишить возможности беспрепятственно бросать, а тут ключнику вообще ни то не помеха вышло. И поторопился Токарев, в молоко отправил мяч. Помогалов у новосибирцев, и сразу же Певнев берет тайм-аут. Что ж, остается у нас 2 минуты 57 секунд до окончания четвертой четверти. Посмотрим, удастся ли погоня хозяевам. Да, еще и сводом аута ошиблись новосибирцы. И Токарев в попытке исправить свою собственную ошибку допустил нарушение, сфалил. Пытается сбить болельщики, получается в первом случае у них. И вторая попытка Ганкевича точно. Плюс 10. Казалось бы, еще совсем недавно был счет равный, 63-63. Здорово накатили на финиш приморцы. Фалят приморцы. 2:28 у нас остается до окончания встречи. Первый точен.
И вторая попытка Голдырева. Время сейчас работает, конечно, на Спартак не доверного разыгрывает. Лавников из-за дуги. Не попадает Александр, и все придется начинать сначала. Вместо Токарева появляется на площадке у новосибирцев. Андрей Матвинов а вот вторая попытка ему не удалась. Ну, очень непросто разглядеть на форме Спартака номера. Ну и сами ошибаются в атаке новосибирцы. Секунд владеть мячом будут гости. И фолом остановили проход. Кривошеева. Максим первую свою попытку реализовал. Вот. Посмотрим, что будет с попыткой второй. Забирает подбор новосибирцы. Ну, минут всего остается и 10 очков разницы. Конечно, очень тяжело будет догнать. Лавников пробует. Точно! Посмотрим, сможет ли Новосибирск вернуться в игру. Болит Двалишвили. Очень жестко пошел он в отбор. Проверим сейчас, как с нервами у Федора. И новосибирцы берут тайм-аут.
счету. Остается 42 секунды у нас до окончания четвертой четверти. Ключников. И Федор показывает, что с нервами все в порядке. У него забивает он первую попытку. И вторую тоже. 79-70. Новосибирцы пока позади. Но есть еще время, можно бороться. И три очка. Лавников такой в тяжелой ситуации бросал. Активно ему мешали соперники. Тем не менее, попал Александр. И фол в нападении фиксируют арбитры. 21 секунда. И новосибирцы берут тайм-аут. Вернулись команды на площадку. У нас еще 21 секунда есть, чтобы насладиться баскетболом. На расстоянии 2-3 очков находится Новосибирск от Спартака. Лавников, конечно, поторопился с броском. И водить аут будут спартаковцы. И Голдырев получает замечание. А, нет, это был все-таки Помогалов. Отправляется на скамейку. Превысил он лимит замечаний. Ну и там же уже расположился Токарев, который тоже перебор у него замечаний. Да, похоже, можно будет поздравить уже с победой приморцев. 81-73. 8 секунд до окончания встречи. Терпит первое поражение в сезоне Новосибирск. И проигрывает он со счетом 81-73. Ну что ж, поздравляю любителей баскетбола из Приморья с этой победой. Ну и смотрите трансляции из Новосибирска. С вами был я, Дмитрий Кондратьев. Баскетбольный клуб «Новосибирск».